Сегодня будет не вполне проповедь, больше, наверное, библейский разбор. Так почувствовал. И это будет Псалом номер 8. Поэтому все возьмите Писание. Хотелось, чтобы вы видели, что я читаю. Может быть, я из другого псалма читаю. И перед тем, как я начну проповедовать, знаете, вот Рами, когда давал паршанут, он сказал, что читая Второзаконие 27, 28, 29, 30, ты часто, как верующий в Иешуа, задумываешься, насколько эти вещи актуальны для меня, проклят, не проклят, благословлен, не благословлен. И Дима сказал, что мы уповаем на жертву Машиаха, но ты читаешь Писание, если, ну, какие-то вещи возникают. Я вам хочу сказать честно, и меня все время не оставляет эта мысль, каким образом почти 100 человек в общине вдруг в одночасье заразилось ковидом. Я размышляю на эти вещи, молюсь иногда об этом, не сильно упрямо, больше уповаю, что мудрость где-то придет от Господа, и поймем. Хотя это можно просто обозначить эпидемиологической обстановкой и большое собрание людей без масок и прочее, и просто заразились. Но у некоторых, я уверен, мне такие вопросы никто не задавал, но я уверен, что такие вопросы обязаны были возникнуть среди общины. А может, мы согрешили? А может, пастор грешник? А может? Ну, как бы, это же 100%. Знаете, я хочу сказать, что я вам несколько версий скажу, потому что они меня определенным образом, ну, беспокоят. Я хочу так сказать, все согрешили и лишены славы Божьей. И без милосердного Творца, который послал своего Сына, никто бы из нас не получил бы ни прощения, ни очищения. Поэтому вот он или мы, или они согрешили, это немножко не в тему, потому что даже если какие-то вещи теологически мы могли интерпретировать так или иначе в глазах и в суде милосердного Творца, в суде милосердного Творца, я сомневаюсь, что это имеет большое значение. Согрешили мы, может быть, физически, может, какое-то прелюбодеяние, или блуд, или нечистота, более-менее, ну, по крайней мере, насколько мне известно, мы этого не делали в нашем собрании. Возможно, другая версия, сатан атаковал нас и просто зашел сюда и начал в разные стороны впихивать нам этот коварный вирус. Знаете, это или такая идея, которую я периодически слышу на просторах интернета, не о нас, а вообще. Царство Божие противостоит царству дьявольскому и тому. Создает ложную картину дуализма. Кто слышал такое слово «дуализм»? Дуализм – это что мир, в мире есть добро и есть зло. И они все время борются, а мы выбираем только сторону. Я, наверное, в некоторых глазах некоторых людей сейчас объявлю себя еретиком, но я не верю в такой мир. Я верю, что есть только один царствующий Творец. И он или допускает, или не допускает, и сатан, и все окружение его, это также инструменты в руках Господа, чтобы испытывать, а иногда и делать проблемы. Мы массу, даже Машиах был по влечению Святого Духа введен в пустыню, чтобы быть испытанным от дьявола. Я уже не говорю про Иова, про Давида и про прочие персонажи в священных писаниях. Поэтому вот чисто демоническую, вот я не вполне ее принимаю, она в моей голове, по крайней мере, не укладывается. Но если кому-то из вас удобно так верить, потому что некоторые места в священных писаниях как бы показывают,
войну добра и зла, особенно в Новом Завете, я думаю, это есть некие допущения, которые были показаны или высказаны таким образом по уровню людей, которые были слушателями в тот момент. Но они не отображают общий момент священных писаний, где есть царствующий Творец. Есть другой момент, который меня, вот он больше, наверное, тревожит и заставляет задуматься. Проклятие. С одной стороны, проклятие незаслуженное, как птичка, выскочила и улетела. Но с другой стороны, все мы опять-таки согрешаем. И я знаю, и это известные факты, что есть целые группы, которым не нравится развитие мессианского движения. И просто мекалилим. И когда вот мекалилим или проклинают, и где-то есть какая-то брешь, то вещи могут попасть стрелой и развиться. Я думаю, что все равно Господь Бог обращает во благо даже такие вещи. Ну, сегодня вот у нас как бы куча непривитых все с Тавьярок, с зеленым этим вот. И даст Бог, пересилим те даже некоторые осложнения, с которыми все вышли из ковида, и укрепимся, и даст Бог, и крепость, и далее. Короче говоря, я все-таки советовал бы молиться об этих вещах, размышлять, позволять ли Руаха Кодеш и нам думать. Я думаю, это важный момент. И следите своим характером, чтобы, поддавшись какому-то осуждению, не наломать дров, или поддавшись каким-то эмоциям и судам, не наломать дров. А сейчас мы псалом номер 8. В нем всего лишь 10 стихов, поэтому я надеюсь очень быстро их проскочить, но там есть много глубоких вещей, поэтому хотел бы, чтобы вы были внимательны. Прошу тебя, Господь, чтобы ты открыл нам через Руаха Кодеш и вложил в наше сердце твои мысли и дал нам твое ободрение. Звучат первый стих: начальнику хора на гефском орудии, псалом Давида. Иврит немножко иначе говорит: леминацех альгатит. Альгатит, аль, на гатите каком-то. Перевели как гефское орудие. И одно из толкований, что это в Гефе. Знаете, был такой город Геф. Я думаю, он сегодня тоже существует в качестве какой-то палестинской деревни, там недалеко от сектора Газа. Были люди, которые знали секрет изготовления, как говорят некоторые источники, струнного инструмента. И его так и называли гатит, на котором любили играть в том числе царь Давид. Это одно из мнений. Вполне возможно. Есть другое мнение, оно мне по душе намного больше. Вы выбираете любое. Дети Кораха. Слышали такой? Корей был? Или Корах? Тот, которого земля поглотила. Детей его не поглотила земля, потому что они раскаялись и отошли от отца перед тем, как Божий суд пришел. И эти люди были певцами, левитами, певцами в храме Господнем. Их называли Адом Гитит. И некоторые считают, что царь Давид специально для них писал стихи, заготавливая на будущее, для будущего построения храма, чтобы были целые сборники, прославляющие Господа Бога. И у нас сегодня есть чуть больше 130 псалмов в священных писаниях. И есть такое мнение, что царь Давид написал много больше, возможно, 3700 псалмов только для храмового служения. По 10 на каждый день. 360 на 10, 3600. И на 4 дня переходные между днями еще по 25, еще 100. 3700. Ну, есть такое одно из мнений. И когда написано «аля гетит», то есть для какого-то предназначения, когда я читаю вот такое вот толкование или понимание, я сразу думаю о каждом из нас. Знаете, Бог хочет, чтобы у каждого из нас
было раскрыто предназначение. Писания неоднократно говорят на эту тему. Павел говорит: «Я течение совершил». Про этого сказано: «Ушел Господу, исполнив то, что это предназначение, гетит, быть для Господа». Возможно, это и инструмент, но мне второе толкование нравится больше. Я читаю следующий стих, второй. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес». Этот стих повторится в самом конце, но там уже про небеса не будет сказано, будет сказано только про землю. «Адонай, юдгей вавгей, Адонейну, ма дир шимха беколя арец, ашер тина хотха аль хашамаем». Это иврит. И здесь, когда говорится тетраграмматон, а потом «Адонейну», то есть как бы усиление. Тетраграмматон обычно обозначает в священных писаниях «Бог заветов». А когда его еще называют «Адонейну» – «Бог заветов», то есть царь Давид особенным образом говорит: «Вау, ты Бог заветов, и твоя слава, она видна везде, на земле и на небесах». Но я хочу говорить языком современного человека. Возможно, во времена царя Давида земля и природа были другими. Вот мы пару дней назад с Ниной и с младшими нашими путешествовали вокруг Арада и Мертвого моря. Писания говорят, что в те древние дни это место было как зеленый, как райский сад. Сейчас оно так не выглядит вообще. Хоть кое-где позеленело, и на море приятно, и горы красивые, но это далеко не райский сад. Возможно, в дни Давида много в местности было по-другому. Но сегодня, выходя из дома в многоэтажки, бетонные тротуары везде, садимся в машину, в автобус, и погнали на работу или по делам, или. Слава Божья видна намного меньше. Видны деяния рук человеческих. И по-другому можно сказать, что люди сегодня, обремененные заботой, суетой, лохацим, давлением, мало-мало смотрят вверх. И к тому же нас конкретно, сори, может быть, я кого-то сейчас разочарую, конкретно дурят. Я вот как бы, будучи больным, выздоравливающим и восстанавливающимся, имею достаточно много времени просматривать новостные сайты, каждый день какие-то изобретения про кольца Сатурна, про воду на Марсе, про то, что вот мы вам говорим, люди дорогие, да нам же брешут, безостановочно брешут, чтобы показать, какие мы умные. А ведь это все просто подстава, чтобы с наших глаз убрать способность, подобно царю Давиду, посмотреть и увидеть, что рука Господня над всем. Следующий стих, вот этот момент покажет более ясно, но я еще хочу во втором стихе говорить чуть-чуть. Знаете, я вот даже про этот уже всем известный ковид. Точно доказано, что если мы делаем третью вакцину, люди дорогие, когда пенициллин разрабатывали, взяло 28 лет, чтобы что-то доказать. И я абсолютно не против вакцины, пускай каждый делает, что он хочет делать, но когда нам промывают мозги, постоянно прокачивая гордыню, что мы чего-то достигли, я вам личное свидетельство скажу. Я когда болел ковидом, заканчивался уже срок, звонит мне мой лечащий врач и говорит мне: «Ну, как ты себя чувствуешь?» Говорю: «Ну, нормально уже все по сравнению с тем, что было». Я говорю: «Завтра такое-то число, и у меня по выписке из больницы я должен выйти на свободу».
ну, то есть получить там все эти бумаги. Он говорит, нет, 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 пришло новое указание, что те, кто лежал в больнице, должны сдать анализ и получить отрицательный результат. Тогда ты выходишь на этот. Ну, я думаю, ладно, записываюсь на, через аппликацию на анализ на COVID. Через час следующий звонок из, это называется МАМТАК. МАМТАК – это отделение в моей больничной кассе, которое занимается только больными корона. Я ему говорю, вот мне врач сказал такое сделать. Он говорит, ты что, с ума сошел? Ничего этого делать не надо. Если у тебя нету симптомов, то просто выходи из карантина. Потому что если пойдешь и сделаешь, опять он тебе покажет положительное. А почему? Это врач сказал, мы не знаем. И он может показывать еще много раз. Просто, если у тебя уже нету симптомов, ты никого не заражаешь. Я к чему хочу сказать? Я каждый день специально, я их не копирую, но каждый день в новостном одном и том же сайте публикую три разные публикации про COVID, и одна сота противоречит другой. И нам пытаются просто, я прошу прощения, я знаю, что хотят вывести народ из локдауна, но держат нас за лохов. Сори, что я говорю такие слова с кафедры. Вы знаете, что Израиль почти самая вакцинированная страна в мире. Я смотрю новости, и у нас на наших русскоязычных сайтах часто печатают, то есть не часто, а каждый день печатают количество заболевших в Украине и количество заболевших в России и умерших. И я просто тупо взял, сделал таблицу, математику я учил когда-то, и просто почитал проценты. У нас в два раза со всей этой вакцинацией больше заболевших, чем в России, и в 20 раз, чем в Украине. Да просто посчитайте, сделайте простую табличку и посчитайте ахузим. Я не хочу ничего сказать, я понимаю, что у наших правителей есть определенная волна, на которую они идут. И я не против вакцинации. Доказано, многие говорят, вот она понижает это. Ну, в качестве в Израиле это сильно не работает, но не знаю. Я к чему говорю? Нам нужно научиться немножко смотреть вверх. Вверх. К сожалению, то есть болеют люди, и я только за то, чтобы все это остановилось. Но я вижу столько лжи в печати. Мы увидели кольца Сатурна. Блин, да кого они интересуют, эти кольца Сатурна? Тем более, что еще никто не отключил Adobe Premiere и прочие графические программы, где можно нарисовать вообще все, что угодно. Но другой стих. Хотя нет, еще раз прочитаю этот. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» Следующий стих поясняет. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвными врага и мстителя. Мипней олалим веюнким ясадата оз леман цоререха лехашбит оев вемитнакем». Очень интересные слова. Пшат. Контекст. Можно понять, как он есть. Есть сильно заумные люди, но простые, типа грудных младенцев и детей, могут познать царство и Бога. И мы знаем, я уверен, что здесь в зале есть масса людей, которые знают, что часто простые люди имеют намного более сильную веру и намного более глубокое откровение от Творца. Потому что слишком заумные не опираются на то, что видят, слышат и чувствуют. Опираются на то, что в них залили. И там просто нету места. Этот стих, как пшат, можно увидеть в примере Матфея, 21 глава, там, где рассказывается история,
как Иешуа зашел в храм, и там торговали, и он взял это все, начал опрокидывать, и там был большой хаос. И приступили к нему хромые и слепые, исцелил их. Видевшие же первосвященники и книжники, то есть слишком заумные люди, дела, чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих, «Гошияна бен Давид! Спаси нас, сын Давида!» Вознегодовали. То есть вот стих этот как бы впрямую трансформируется в какой-то случай. Но слово «улаль» в «юнек» – «улаль» – это младенец, а «юнек» – это тот, который грудью кормится. Имеет несколько другое толкование тоже. Это люди сокрушенные, люди, которые прошли через какую-то травму и оказались абсолютно сокрушенными. И их глаза направляются туда, откуда исходит любовь. Я вот смотрю на моего внука. Ха, у меня есть внук. И я вижу, как он со своей мамкой ведет себя, с моей дочкой, с Михаль. И она ему только говорит «ля-ля», он сразу на нее глаза. И его никто больше не интересует. «Улаль» и «йонек» – это человек, который сокрушенный, который ищет Господа Бога. А слова, которые здесь слышны, как «враг», угнетатель, враг и мститель, лучше перевести как некоторые внутренние противостоящие или не дающие нам успокоиться проблемы. Их часто можно называть ецера или первородный грех, или как угодно назвать, которые в нас находятся. Но к чему я говорю это? Я говорю, что здесь царь Давид говорит, что если ты улаль в юнек, то есть сокрушенный, если в твоей жизни произошла какая-то травма, то у тебя есть два пути после этого действовать. Или жалеть себя, судить других, или наоборот, судить себя, жалеть других, или посмотреть на Господа Бога и увидеть то, что увидел царь Давид, увидеть красоту, увидеть величие имени Его по всей земле. Я вам хочу сказать, что этот COVID, ну, лично меня трясанул. И не только эмоционально, я чувствую, что что-то внутри изменилось. Когда я выходил из больницы, вдруг пришла одна девочка и говорит, нам нужно поговорить, смотри, ты перенес травму внутреннюю. И с другой стороны, это нормально, ты 50+, и это нормально, когда в жизни есть какой-то другой шлав. Ну и она была, я не знаю, сколько ей, 25 лет, она, наверное, закончила какое-то училище, но неважно. Слова ее были верны. И вот я про себя думаю, вау, я все время любил и люблю, ну, любил общение. Сейчас люблю, может быть, это временно, немножко замыкаться в себе. Может быть, перевариваю чего-то. Сокрушен. Да, наверное. Думаю, многие. Ну, может быть, не все, но многим. Думаю, что не обязательно из-за ковида. Есть какие-то другие обстоятельства в жизни, которые могут бить нас сильно по голове, но у нас по-прежнему остается выбор. Или я начинаю жалеть себя, судить других, или наоборот. Или я прошу у Господа Бога, подобно улаль в юнек, подобно младенцу и грудному ребенку, Господи, обрати свое лицо ко мне. И если мы смотрим на Священное Писание, то эта мысль постоянно, постоянно там муссируется. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие. Это все та же коннотация «улаль в юнек». Это та же коннотация человек, который умоляется. Это человек, который должен искать горнего. И если
Если он это делает, то вот что говорят слова, вот это третий псалом, там дальше. «Ясадета оз леман цуререха». «Ясадета оз». «Оз» и «садета» — это слово значит «основание». Бог сделает какое-то основание, «оз» — его славной силы. «Леман цуререха». «Цуререха» или «цуререха», или как я его там перевел, «угнетатель» — это вот это вот наше, я повторяюсь, злая, злой корень, который постоянно провоцирует нас. И это нормально, это так Бог сотворил, чтобы мы могли противостоять Ему, утверждаться. Так вот, если мы обращаем наши глаза к Господу Богу, Он в нас выстраивает из содот шел оз основание своей силы и славы. И тогда ты намного легче преодолеваешь уже внутренние искушения, которые являются чаще всего самыми убийственными и агрессивными. Я хочу сказать, что это ободряет особенно тех, кто прошел по жизни серьезную встряску. Я здесь вот, пробегая глазами, с десяток человек с такой встряской сразу вижу. Говорю, это для вас. Наверное, те, кто слушает онлайн, тоже есть много таких людей. Когда четвертый стих. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». Да, только этот стих. «Ки ире шмеха, маасе эцбаотеха, ярех векохавим ашер конанта». И здесь есть интересное слово. «Дело твоих перстов» по-русски. И на иврите то же самое. «Дело твоего пальца» и «пальцев». Вы знаете, есть столько бреда, я повторяюсь, который на нас выливает так называемая мнимая наука, чтобы показать, как эволюция или природа, или человек, чтобы сдвинуть с пьедестала то, что только Творец один мог сотворить. Я вам расскажу одну историю. Хотите, как бы воспринимайте ее, хотите, не воспринимайте. Здесь большинство людей в зале сидят, те, кто еще учился там, где учили химию. Потому что в Израиле в школе не все учат химию. Некоторые даже слова такого «химия» не знают. И вы, наверное, все помните такую штуку, как таблица Менделеева. Помните? Так вот, та таблица Менделеева, которая есть у нас, я почитал об этом и делал небольшой серч такой. Вы все понимаете, о чем я говорю. Там, где все элементы химические в мире, или почти все раскрытые, присутствуют, там, где показана их атомная масса и прочее, прочее. Так вот, 100 лет назад она была немножко больше. То есть там не было тех модерных элементов, которые сейчас с помощью технологий раскрывают. Но там был один первый элемент, которого сейчас нету. Этот элемент называется эфир. И это только как предположение, я вам говорю, это не то, в чем я верую. Нет. Но люди, которые разбирают эту идею эфира, в которую абсолютно верил Менделеев, и вы помните, тогда алхимики, ну, еще задолго до этого, пытались из свинца делать золото или там из одного элемента другой, я не знаю, получалось у них или нет, не в этом дело, но, по всей видимости, их побуждало делать эти опыты именно понимание, что существует какой-то протоэлемент эфир, который, соединяясь с другими частицами, может проявлять что-то. Я сейчас вам объясню что-то. Короче говоря, эти исследователи говорят такую вещь. Мы видим, тучи темные подошли. Что это значит? Сейчас будет дождь. То есть вот эти темные тучи, они огромное вместилище чего? Воды. Влаги, и сейчас дождь просто как долбанет, и тут все наполнится водой. Хотя есть, как говорится, юцеминакляль.
не происходящее так. Небо абсолютно чистое, солнышко и голубое, а дождь по-прежнему идет. Короче говоря, эти исследователи говорят, если ты летишь в самолете над грозовыми тучами, и ты открыл дверь самолета и вылил туда ведро воды, это не значит, что туча его удержит. Оно прольется на землю. И они говорят, суть здесь в эфире, который под действием каких-то особых условий, или божественных, или физических, вдруг проявляет себя водой, начинает изливаться дождь, или из грозовых туч, или с чистого неба, или, мы знаем, те, кто здесь понимает немножко в сантехнике говорят так, вода всегда найдет выход. Знаете такое выражение, да? То есть ты можешь стенку, если там у тебя есть протечка, стенку замуровать, все равно она найдет выход. И вода вверх не поднимается, она хочет искать самые низшие точки. И вот тогда как объяснить, если эфира не существует? Но я опять-таки, это теория. Я просто хочу сказать, что мы так мало знаем. Как объяснить, что в мире есть масса плато высокогорных, 1000 метров, 1500-2000 метров, с которых несутся огромные массы воды в водопадах. Почему она не течет из-под низа? И вот эти вот люди предположили, исследователи эти, опять-таки, я здесь сейчас ничего не утверждаю, я хочу просто показать, что мы часто говорим, что мы многое знаем. Нет, мы многое не знаем. И мы часто многое пытаемся объяснить так, как мы хотим объяснить. Но они говорят, что какое-то преобразование, и вода поднимается вверх, хоть она могла стекать вниз, но она поднимается вверх, и тысячи, миллионы кубометров воды льются безостановочно с высоких гор. Зачем? Она же ищет самое низкое место. Ей же так проще. Ну, вот я говорю сейчас логически. Почему я говорю эти вещи? Потому что, когда я взираю на небеса и на землю, я могу сказать, это дело твоих, Небесный Отец, перстов. Это не какой-то большой взрыв, это не какая-то эволюция или еще какой-то бред, который нам бесконечно на протяжении 70-100 лет пытались вдалбливать. И большие умы древности, относительной древности, 100 лет назад, веровали в Господа Бога. А сегодня значительные умы, все стали атеистами в своих узких специализациях. Вправо-влево ничего не понимай, только то, что где я. И ложь накладывается на ложь. Я со всем уважением и к врачам, и к инженерам, но когда мы надменно говорим, мы познали, есть большая проблема. Я читаю следующие стихи. 5-6 стих. «Но что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его». На иврите. «Ма энош ки тискерену, убен адам ки тифкедену, ве тахсару меат меэлухим, уквод ве хадар таатара, театера, театеру». Да, согласен. Короче, что есть сын человеческий, что ты помнишь его и посещаешь его? Немного умолил ты его, в оригинале написано «Элохим», «славою и честью венчал его». Слово «Элохим» имеет несколько переводов. Первый перевод – это «творец Бог». В другой перевод «Элохим» – это «союз» или «собрание сильных». И есть подобное место в Исаии в 53 главе, там, где говорится про Иешуа ха-Машиаха, пророчестве. И там сказано, за то, что ты не пощадил души твоей, будешь сидеть среди сильных. Как понимать, я до конца не знаю. Но здесь говорится о человеке, то есть о нас, про кого Давид говорит, что немного униженными перед
или Богом, или сильными этими какими-то творениями Божьими, или какими-то сынами Божьими. Эннимусаг, я не знаю, как понять этот стих. Но почему царь Давид записал такие слова? Есть несколько предположений. Первое, говорят, что во времена Давида была философия, понижающая статус человека. То есть, что человек – это вообще прах. Ну, есть в этом тоже определенный плюс, по крайней мере, ты не возгордишься. Но если ты себя все время сравниваешь с прахом, есть проблема. Поэтому Давид через откровение говорит: «Нет, мы немного умалены перед чем-то громадным». Послание евреям эту тему прокачивает тоже. И про ангелов говорит: «Ангелы, как там сказано, суть служебные духи, посланные служить избранным». Другое мнение на этот же самый стих, что это говорится о Машехе, что он под Богом немного унижен, ну, мы понимаем, во плоти родился и прочее. Третье мнение, оно говорит, что это мессианский век, когда будет раскрыто истинное предназначение людей, и мы не будем больше скованы всем тем, что тление и грех и бунт совершают в нас, и будем стоять перед Господом Богом в том статусе, который Он дал нам. Я читаю 7, 8 и 9 стихи. «Поставил Его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги Его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями». Здесь можно толковать по-разному. Можно как пшат, что реально еще с дней бытия Бог поставил человека господствовать над всей живностью, которая есть на земле. И Адам, да, господствовал, потому что каждое животное подходило к нему, возможно, преклонялось пред ним, и он давал ему имя. Сегодня мы тоже в определенной мере лишь господствуем, улай, не теми методами, которыми действовал Адам, а силой палки или там, я не знаю, клетки или еще чего-то. Но этот стих, он как бы более-менее понятен, хотя можно понимать, что под полевыми зверями или под овцами и волами это можно понимать разные части нашего характера. Что-то, что смиряется, что-то, что трудится, а что-то, что не очень хорошее. И нам нужно прилагаться к тому, чтобы мы исправлялись. Я заканчиваю. 10 стих. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». То есть вначале царь говорит: как величественно Твое имя по всей земле и на небесах. А потом он спускается просто на землю, говоря: небеса, мы знаем, что это нечто особенное, чудное. Когда придет время, поймем. Помните, как в Торе? Тора не на небесах, она на земле, чтобы ты мог тщательно исполнять ее, и чтобы ты мог распространять свет Господень по земле. Я не знаю, как бороться с ложью, которая проникает везде, которой напичканы все масс-медиа, и как фильтровать это. Просить у Бога милости. Он обещал нам дух развлечения, чтобы мы могли делать правильные выборы. И также, как написано, или как говорят, когда читают молитву: «Сфатай тифтах, Адонай сфатай тифтах, упи ягид тилатеха». Боже, открой и наполни мои уста, и я буду возвещать истину Твою. Я хотел бы, чтобы мы могли возвещать Его истину, которая честная, и чтобы Господь закрыл уста, говорящие гордо и надменно. Я, к сожалению, когда вот читаю все наши минздравы, как они говорят, наши руководители, как они говорят, и я немножко напрягаюсь от всего этого. И мне тоже нужно моих диких зверей смирять и воспринимать вещи проще. Но попирается то, что называется
паштут беэлугим, простота в Боге. В Коринфянах написано, ты утаил это от мудрых века сего, открыл это простым. Я хочу закончить и помолиться за нас. Небесный Отец, Эйн камоха беэлим Адонай, нет подобного тебе нигде. Прошу тебя, Царь царей и Господь господствующих, чтобы ты помогал нам ходить в твоей истине, блюдя моральные качества, ища духовные силы и понимая, куда мы можем подниматься, а куда нет. Прошу тебя, Небесный Отец, чтобы ты помогал нам видеть правду и быть ее свидетелями. Писания говорят, я воспою Господа, можно по-другому сказать, я воспою о Господе или правду Господню посреди собрания. Это не посреди вот этого собрания, а посреди любого собрания людей, куда Господь помещает нас. Прошу тебя, дай нам для этого смелости. Башем Иешуа ха-Машиах. Амен. Можно вас попросить встать на момент. Иварех леха Адонай ваишмиреха. Яэр Адонай панав элеха ваихунеха. Иса Адонай панав элеха ваясем леха шалом. Башем Иешуа ха-Машиах. Имру амен. Шаббат шалом ве шавуа тов.